Побольше, но вот альтернатива, чтобы вот Макс брать два раза в неделю стол в Кремле, это шансов мало. Альтернатива хайфу, мне кажется, как бы после разговора в начале игры у меня как страшно есть. Хайфу там было давать, было не так страшно, конечно, но вот, наслушаешься, как бы думаешь, что может быть все-таки пробовать сварить просто в неделю стол. Один раз маловато. Хочется больше еще колца мафии. Так да, хочется. Вот, сам красный игрок, после прошлой недели, когда было. А не слип, я сейчас буду рвать, метать, чтобы быть как бы красный город, как бы сейчас вот. Сейчас красная карта, сейчас красный победитель, я уверен, буду искать красный, буду побежать, даже будет, если будет неадекват, будет красный по своей стороны. У меня тут есть тоже календарь неадекват, я буду. Ну давайте поможем цинику. Выиграть, да? Давайте цинику поможем. Красный город, нет? Играйте игроком номер один. Замечательная речь. Такую речь на единицу я еще давно не помню. Поймать не помню. Господин Циник от господина Циника. Замечательная вещь. Я поиграю с единицей. 1-2 черный вместе, да? Вау. Что делать? Ну что делать? Ну, господин Циник, ну это невозможно. Я играю такую речь. Я не думаю, что тут игроки, которые могут это сказать. Такую речь? Нет, я не думаю. Я не думаю. Играю с единицей зубами. Зубами. Просто. Речь замечательная. Можете думать... Можете меня поставить проверку, может циника поставить проверку, но я циником играю. Что я вам хочу рассказать? Я был вчера на море, в Аку. Там ход аргаман сделали очень хорошо, там много сделали ход. Вообще,
чистый хов, нет много людей даже. Очень интересно. И было весело, и Скорпион. Так, можно мне минуту заново, потому что стол упал. Ну как с ними не поиграть? Я играю 1-2, хотя я один из вариантов, знаете, самый казай, 1-2-10. Такие веселые. Собственно говоря, я тоже веселая. Не знаю, он очень улыбается сам. Нет, я думаю, 10 бы так не улыбался, если он был мафик. Ну, посмотрим, десятку мы послушаем. Я не люблю заочно очень цвета давать игрокам. А один действительно хорошая речь. Хорошая речь вообще для единицы ну, просто замечательная. На двойку мы, конечно, еще посмотрим. Ну, пока поиграю. 1, 2, 3. Вот. Ничего черного я тут, по крайней мере, не увидела. Я тоже была... А скорпиона какого? Скорпиона? А, этого скорпиона. Ага, я тоже была вчера на море, но, правда, я море увидела 20 минут издали. Я как помню, мы вместе начали, да? Рануя. Играю 1, 2, 3. Я расскажу, как я отнесу. Мы ехали на день, можно сказать, да? Мы там спали в палатках с Денерис, Капаткой, Падай. Всё. Да. Было очень весело. Звёзды, правда, не видели, но... Да, падали звезды, но я не я думала больше. И это время. Единицы, да, хорошая речь. Игрок номер 2. Это группа поддержки. Игрок номер 1 там начал только говорить. Игрок номер 2, давай, циник, нам все поддерживают. Что это было? Но игрок номер 2, смотрите, ясненько играю за позицию. Сам поговорил хорошо. Тем не менее, меня все-таки вот это вот настораживает. Вот такая вот горячая поддержка, она вообще слишком. Поэтому вот игрока номер 2 я, конечно, играю, но это может быть черный, который хорошо сидит. Игрок номер 3, вы показывали на речи игрока номер 2, что 1-2 вместе черные, что это. А потом вы с ними обоими играете. И речь вот тоже, как и у игрока номер 2, вы так поддерживаете, не так горячо, как у игрока номер 2. Тоже все-таки. Поэтому игрок номер 3 я тоже играю, опять же, по позиции, но меня тоже немного настораживает. То есть 2-3 я играю, но осторожно. За какой номер 4? Ну, смотрите, пятерка. У меня, в принципе, тоже сходится, смотрите, то есть двойка, то, что вы так поддержали единицу, это вроде бы хорошо, действительно, из-за того, что у единицы была хорошая речь. Но это если бы вы были бы черным, допустим, вы могли так просто красного игрока поддержать, как бы, что впоследствии уже он к вам лучше относился. Ну, мне так кажется. Тем не менее, я пока что поиграл есть 1 из 2, поскольку у 1 действительно хорошая речь. У 2 хорошая речь и хороший эмоционал, так что я пока что поиграю с ними 2. С 3 я поиграл, с вами тоже поиграю, но с вами уже чуть-чуть аккуратнее, просто мне речь понравилась чуть-чуть меньше, чем у 1 и 2. Между акценты я расставлю так. У меня самый красный 1, потом 2, потом 3. 4 мне чуть поменьше. Из того, что мне не понравилось, 4 не расставила акценты, как бы она вроде рассказала речь, как бы, но мне кажется, на 4 уже рассказывать речь свою, а не рассказывать о столе то, что было до этого, это не очень хорошо. Плюс мне не понравился момент того, что мы звезд все равно не увидели и как бы не падали. Ну, не знаю, это то, что мне немножко насторожило в 4. В 5 мне, в принципе, понравилось, единственное, что вы играете с 4. Но в целом, пока что 1, 2, 3, 5, может быть. Доброе утро. У меня тут полная анархия в моей голове. Ясно? Давайте так, я скажу, с кем я поиграю. Я поиграю только с Мирабель пока. И я поиграю... Поиграю с 6, потому что они оба говорили хорошо. Теперь так. У единицы речь про то, что Хайфа страшная, вам всем показалась хорошей. И 2 преувеличенно поддерживает. Все с ним играют. Ну пусть. 3 тоже
На мой взгляд, я видела, что вы показывали черное. Не оно. Теперь четверка вспомнила, как говорит моя подружка, за царя Панька. Это знаете, когда было? Уже 20 раз везде поездили после этого. Позорите меня. Рассказывайте, черти что. Не оно. Значит, 5, 6 и я. Вот так. Доброе утро, город. Игрок номер один. Мне очень понравилась речь. И я тоже согласен, что надо больше мафии, больше мне рассмотрено. Эмоционал понравился. Игрок номер два. Вы поддержали игрока номер один. Поэтому я, наверное, тоже могу с вами сыграть. Хорошо играю 1 и 2. Ну, может, это слишком сильно преувеличили, но хорошо играю. Игрок номер 3. Мало. Это стол плохо. Давай, был нормальный. Я это хотела сделать, поэтому просила тайм-аут. Да, я тоже. Да, я понимаю, я тоже хотела, но Бибик справился со столом раньше. Я добавлю Бина. Так вот, игрок номер 3, вы поддержали игрока 1 и 2. И мне это нравится. Я с вами сыграю. Игрок номер 4, у вас какая-то нервная была речь, было много таких и таких задержек, остановок в речи мне. Это... Я с вами не сыграю. Игрок номер 5, вы как бы поддержали игрока номер 1 и 2, так что, наверное, с вами сыграю. А игрок номер 6 говорит, что, да, может быть, есть такой вариант, что он черный, он поддерживает игрока номер 1, как бы, можно как бы купить его голос. Что? Я не понимаю. Ладно, не важно. Так. О ком вы сегодня? А. Игрок номер 7, правильно помнили, что... Я, в принципе, согласна с игроком номер 6, потому что игрок номер 2, он или черный, который очень хорошо повторяется красным, или он действительно красный, так ярко выразил свою поддержку. Я бы с ним сыграла. А насчет игрока номер 3 у меня нет, но кроме того же самого слишком много поддержки игрока номер 1, я могу... Игрок номер 4 у вас... Ну, видно, что вы волновались, как общались. Я пока с вами не играю. Игрок номер 5. В принципе, я с вами согласна, кроме того, что вы играете с игроком номер 4. Игрок номер 7. Я бы с вами поиграла, наверное. Игрок номер 8. Я, к сожалению, еще не играю. Игрок номер 10. А что на 6? Тогда давайте так. У нас первая половина стола четверку. Четверка сыграла, а вторая нет. Проверяется 4. Теперь. Хорошо, давайте так. Мне не понравились. Кто? 1, 2, 3 мне сложно что-то сказать. Хотя 2 поддержал 1, 3 поддержал и 2, 1, потому что 2 не почернее. Теперь мне очень не понравилось, что пятерка влезла в этот паровозик, но будучи красной, может быть, это достаточно. Хорошо. Дальше шестерка первых начал разбираться, поэтому с шестеркой точно играю. Вот. До пятерки есть паровоз, да, я знаю. Шестерка первых начал паровоз разбивать, поэтому пока играю 6-7, которая взяла только 5-6, правильно? 5-6-7 уже команда. Теперь вашу команду 1-2-3 я услышал, 6 услышал. Дальше что там у нас? 3. Никто не был выставлен. Мы уходим в ночь. Надеваем маски, садимся в полночном жителя, голова опущена. Все. Thank you.
Давайте так. 2-4. Два-четыре-шесть. Почему два? 2-4 по географии. 4 мне не понравилось. Я бы, если бы сейчас не убили, выставил 2-4 по географии. 4 мне не понравилось. И 2. Почему 6? Потому что я думала, еще колебалась, 6 или 10 вам оставить. Оставила в итоге 6. Почему 6? Потому что как раз госпожа Мирабель, она в большей степени пыталась исключить, а шестерка практически, сидя на 6-м номере, вот он на самом деле никого не выкинул. Ну, окей. Я уже оставила, все равно как бы лучший ход уже не меняется в данной ситуации, поскольку, ну, вот я так услышала. Спасибо. Странно, в двойке я не согласен с шестеркой, я тоже не согласен с четвертым. И все более-менее. Выставляю игрока на 8 на голосование. Я не понял вашу речь. Я не шериф. Сразу говорю, у меня нет информации насчет четверки. Я думаю, что восьмерка для меня подозрительный игрок по нулю. Я его выставил. Хотите его кого-то выставить? Он же у нас шериф. Выставить четверку, я не знаю. Я не знаю. Я поиграю, вот 5 не понравилась речь. Хотя вот с 5 до игроков номер 10 сказали, что двойка поддерживает очень сильно игрока номер 1. Если я хотел купить его голос, я буду купить его голос на голосование, а не по нулевому кругу. Хорошо? Вот это вот я могу объяснять. На голосование я буду его покупать голос. Если я у вас черный игрок, вы понимаете? А не сейчас. По нулю. Поэтому у него речь хорошая. Поэтому я не понял вашу речь. После команды вы поиграли 1-2-3. Что дальше? Шестерка? Вы играете шестеркой? Нет? Что дальше у вас? Я играю 2, 5, 6, 7, 9, 8. Вы там, когда вы там заволновались, 9. Я сейчас вас слушаю, и 10 я знаю, потому что вы просили четверку. Я знаю, но это вообще, наверное, соперничало. И у меня есть позиция, пожалуйста. И это время. Потому что речь нормально. Нет, все нормально, вы выставили, вы послушаете. Еще выставляю игрока номер 7. Это очень осторожно, я вас тоже послушаю. Мне что просто не понравилось в вашей позиции, по нулю вы берете 5 и 6, никого не берете из тех, с кем играют 5 и 6. То есть. Если вам нравится наша позиция, моя, тогда почему мне не прислушаться? Тем более, что 1, 2, 3, 4 сидит как минимум, ну, по нулю можно положить, что как минимум один красный. А тут их оказалось больше. Десятка, объясните, почему, что вам дала проверка четверка. Четверка поиграла только я, все остальные с ней не играли. Ну, смотрите, лично мне, вот вы говорите, восьмерка, вам была нормальная речь, как бы. Я считаю, что пусть 7, я не знаю, между 7-8 для меня пока что подозрительный. 8, я сейчас послушаю, между 7-8 решу. Выставляю игрока по номерам 9, тоже очень аккуратно. Я просто хочу послушать. Девятка, вас я подозревал меньше, чем 8 и 7, спокойно. Вы сейчас просто поговорите, я не до конца понял вашу позицию на прошлом кругу. Вот восьмерка мне не очень было понятно. Он строил свои речи касательно только 1 и 2. То есть тройка поиграла 1-2, мне это понравилось, поэтому четверка поддержала 1-2, поэтому я с ней поиграл. И как бы я акценты тоже он не расставлял. Вы считаете восьмерка нормально? Ну ладно. Я считаю вашу речь нормальной. Вы выставили семерку, мне семерка тоже будет нормально.
Двойка, поговорил нормально, так что с двойкой я поиграю. Четверка, красная проверка пока что, так что я тоже с ней играю. И пятерка тоже, вот это моя пока что команда. Десятка попросил проверку в четверку. Я считал, что это можно было сделать, но мне кажется, лучше было уже проверить, может быть, двойку можно было на тот момент, потому что двойка один. Но ладно, четверку тоже можно. Доброе утро, Боря. Сижу и думаю, на кого же выставлять кандидатуру? Госпожа Мирабель, там, вот сейчас, на мой взгляд, пока красный игрок после вас, как красный игрок нравится. Вы говорите больше, чем один. Вы, наверное, себя имели в виду. Ну, допустим, полагаясь на ваш... А что, она, думаете, вас имела? Стреляя игрока номер, а? Да, на всякий случай, без всякого, без всякой паранойи, я против вас пока не играю. Я буду ждать вашу речь. Играю пока с четверкой и четверкой. Что я слушала по речи? Играю 4, 5, 6. Я буду повторять ее позицию. 5, 6. Девятку вы хотите слушать, правильно? Восьмерка, а вы согласны стоять на голосовании? Вас выставила двойка, правильно? Вы с двойкой дружите? Ну, во-первых, я не имел в виду, что идет не два черный, я не говорил это про вас. Я сказал, что возможно вы просто очень-очень хорошо поговорили о игроке номер один, вот и все. Во-первых, я договорился с других игроков, не только один, вот. Я и 4, и 5 тоже поговорил, 6. Вот 7, я не очень помню, что я сказала. Насчет того, что игрок номер 5 выставил игрок номер 7, все мне не кажется подозрительной. Так что всем за скобками покажу для меня. Сейчас больше позовительный для меня игрок номер 2. Что он на меня так напал. Хотя, в принципе, моя речь тоже была слабая. Что? Что один? А, один мне кажется красный. А игрок номер 9, вы что-то будете говорить. Я не понял, почему вы не сказали ничего обо мне. Вы сказали, что вы не можете больше ничего говорить. 10 секунд? 10. Понял. 10, не знаю, я не очень понял вашу речь. Я не могу пока что сказать. Я хочу послушать вас пока что. И все, пас. Я все еще хочу поиграть в номер 6, несмотря на то, что он меня выставил. Ему не понравилась моя первая речь. Я просто вас послушаю, что вы скажете. Извините, пожалуйста, я попробовал. Помните ли исходить? Я поменяю. Ну нет, еще не понравилась речь. Речь игрока. Что? Я не знаю, пас. 10. Так, из всего услышанного пока что я поддерживаю выставление игрока номер 9. Я выставляю игрока номер 9 на стол. У вас 8-9 без позиции, они оба красные, а двойка черная у вас. Давайте так. Между 2, 8 и 9 точно нет трех красных. Вот из того, что пока что происходит, трех красных я там. Потому что если там есть три красных, все, это. Давайте так. Я буду голосовать в девятку. Услышу. Никого ничего не призываю. А по результатам голосования мы посмотрим, что вы проверяете. Возможно, даже меня, без проблем. Если по мне разложится хоть что-нибудь, и это даст информацию, без проблем. По двойке мы что-то сможем узнать, потому что двойка зарубился из 8, из 9. Поэтому двойка можно проверить 2. Можно проверить 2. Если сейчас уходит 9, то проверка между 2 и 8. Если уходит 9, то проверка между 2 и 8. Дальше будем думать. Все, Гора, спасибо, пас. Доброе утро. Сейчас, наверное, для меня самый красный выступ, это чат, это наиболее здраво может играть, дает наиболее хорошую позицию, как бы сейчас надо стол. Значит, сыграю десяткой точно. Тут. Сейчас я как бы пятерка на 10, 5 я играю сейчас. Тем для меня все более показан. Тем, как бы очень опытный игрок, здесь выход пока не разобрался, я предлагаю 41. 4, как бы, там под шерифом мигнул, но я не играю с Каспером, неизвестного шерифа. Так, немножко это черный игрок, в принципе. Я не слышу, как вообще такой-то четвертый. Я даже типа, забыл, с чего выставления, как бы, там, я
я не играю в четверку, я играю в обществе. Я согласен, что приоритет даст хороший шаг по столу. Смотрите, между сейчас 2-8-9, это полноходное голосование, это идеально. Чтобы разложить стол. А при проиграет там, ну да, типа 2-8-9, это сообщество там. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 8-7-9-2. Голосуем в порядке 8-7-9-2. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8? Спасибо, принято 4 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, принято 2 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо, принято 2 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Большинство голосов игрок номер 8 в вашей крайней. Ну, я был красным игроком, я очень хочу уговорить игрока 2 и 9. 9 тут просто по самому сразу почти не поговорит. 2, наверное, более красный для меня. Ну, я и вправду как-то странно озвучил свою позицию. Ну, все. Я ухожу. Спасибо, прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в полночного жителя, голова. Утро. Недоброе для игрока под номер 5. Ваша крайняя. Это второй фол игрок номер 7. Второй шериф. 4 черных. У вас 4 черных проверка, вы не выставили. Он голосовал восьмерку. Это второй фол игрок номер 7. В общем, для меня шериф фол номер 6. Сейчас входит игрок номер 7. Черные у вас считаются. Два черных найдено. 1-7. 8 уходил красным, если единица уже голосовал. Значит, это у нас проиграет номер 2. Еще раз ваши проверки. Первую ночь 4 черных и вторую ночь 7. Ну, в общем, 7 мне не кажется красным. Еще и поэтому. То, что 4 может быть... Может быть черная, может быть красная, тут еще спорно. Это фол. Третий фол игрок номер 7. Вы лишены права голоса. Мы прощаемся с игроком. И вот так не открываем игрок номер 4. Не, ну выставляю игрока номер 7. Нет, для меня бы чуть-чуть закраснелись, потому что мы голосовали с красной привязкой. Но тоже обычно черный. Это и. Всем городу должно, вы должны самое, кто не добирать фолы, потому что вы проверкой. Всем, да, вот почему вы тоже для меня черные. Вы спрашиваете меня, кто шериф. Вы ищете шерифа, два шериф. Ну, вы... ладно. Играю 6. 6 мне подмигнул. Не играю 7. 1 тоже не играю. Потому что она черная. Проверка. Да, проверьте. Так, у меня все хорошо. Смотрите, во-первых, у меня критика, потому что я восьмерку, я не был выводящей рукой. Я сказал, что мне восьмерка не понравилась. Но учитывая, что мне и девятка не понравилась, и семерка на тот момент не понравилась, что я озвучил в своей речи, это не значит, что если я проголосовал какого-то игрока, в которого вы голосовали, вы не выставили свою черную проверку, вы даже
в общем, вы попытались вроде как бы сказать, что 4 черные, но этого не сделали жестко, вы не выставили четверку. В общем, это бред. Смотрите, для меня 1, 7, и теперь я думаю проверять между 2 и 1, 7. Нет, 10 красный. 10 для меня красный, потому что просил проверку всем, так что 10 для меня красный. Но не будет он таким умным черным, который проверит, попросит проверку своего черного, и это будет очень опасный ход. Значит, я проверил бы между 2 и 9, поскольку они рубились на прошлом круге, значит, между ними 1 мав есть. Значит, я проверю, скорее, игрок номер 2, мне кажется, ваша проверка будет более хорошей. Если вы найдетесь красным, то вы сможете вести город после моей смерти. Все, спасибо. А, выставляю игрока. Спасибо, пас. Игрок номер 1, у вас нет права голоса. Игрок номер 6 принято на голосование. Игрок номер 9, ваш минута. Мне не понравилось. Я знаю, это смешно звучит от меня. Она не обосновала свое мнение нормально. У нее были перебивы в предложениях и так далее. Мне не видно, что она волнуется, как и до этого. А, игрок номер 6. В принципе, согласна, я верю, что это шериф. А, и да, если вы хотите меня проверить, проверяйте. Я не против, я красный игрок. Но сейчас проверяйте игрока номер 2, да? Mm-hmm. Пока, потом можете пройти. А, игрок номер 7. Ничего не могу сказать, потому что у меня был фол. Пас. Так, город, давайте так. Почему в 7 ушла проверка? Игрок номер 4. Почему в 7 ушла проверка? Я первый, кто попросил. Потому что она выставила 2 и с ним голосовала. Она выставляет 2 и вместе с 2 голосует 8. Семерка проголосовала в семерку. Это принцип у нас в Эльбиве были лишены права речи. Значит, я что-то не того увидел по столу, да? Окей. Ну, так или иначе, я видел, что она в 2 выставила, голосовала куда-то в другое место. Окей, я понял. Окей. Может быть, я здесь ошибся. Хорошо. Давайте так. Выставляю игрока номер 7. Отлично. Сейчас уходит 7. Для меня 6 шериф, потому что один заявляет, что у него есть черная проверка при 9, и он ее не выставляет и в нее не голосует. Это нонсенс. Это нонсенс, я не готов рассматривать эту версию. Вот. Играю 6, играю 4 и играю 10. Остальные. И проверяется 2. Проверяется 2, а дальше посмотрим. И это время. Ну, сейчас будет 3-3. Как бы так, если вы красный, вы не можете сказать, что вы черный. Потому что сейчас семерка. Я провел 4, да, это была черная проверка, но при 9 имеется прокурор права на ошибку. Сейчас спросим. Это будет 4, как бы это... Лучше пусть будет. Семерка для меня подозрительный игрок. Я для меня подозрительный игрок. Как бы, если уйдет 8 либо 9, как бы, у меня будет с улицы проверок, как бы это, в принципе... Вот нам, меня это полностью устраивало. У меня было причем проверка, я делал статьи еще второго мафа, проверив всем. Я показался красным игроком, что меня немножко удивило. Но теперь это у меня тогда нет два мафа, это 6-4. Сейчас уходит как бы 7. 8 права на ошибку, 7 красный игрок. Красный проверка. Вставляю фон номер 4. Ну вы сами голосовали 8. Это холодно 6. Но 8 это понятное дело. 8. Я же все в шоке сидел. Всем слушайте, игрок номер 6. Грешив номер 6. 8-9 позитивные игроки. Для меня там один маф есть. Правда, либо 8, либо 9, получается, что... И это время. Мы переходим на голосование. На голосовании выставлены игроки. 7-6-4. Голосуем в порядке 7-6-4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, принято. 4 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо, принято. 1 голос. Поставьте руки, кто не голосовал. 2 голоса уходит игроку номер 4. Игрок номер 7, ваша крайняя. У нас как будет счастье, если восьмерка ушел в черный. Сейчас я стою и 3-3. Молитесь, что восьмерка ушел в черный. Шестерка черный дает у меня черная проверка. Единица, шериф, огонь. У вас четверка черная, вы мне показываете четверка красная. А что получается? У нас настоящий шериф не скрылся. У нас единица черный получается, шестерка черный. Вы не можете быть мне черным, вы же меня черный даете. Ой, это шерифа, уже черная. Понимаете? Вообще. Биби, где вы третий? Были бы хоть настоящие. Да все, уже что проверять. Спасибо. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. В городе осталось 6 человек, и мы объявляем победу мафии. Хорошо. Мафия, 2-4-6. Шериф, игрок номер 1.